Предыдущий что человек было? Оно показывает всех наших боссов. Вот и все. Капец, когда набираешь ки с этим зельем гравитации, знаешь, так медленно падаешь вверх. Ага. Так, я вот думаю, что надо перестать думать. Вообще. Это кто? Бомж какой-то? Ювелир, если говорить конкретней. Понял тебя. Страшная фигня появилась. Можешь своего червя угомонить? Он дерганный и больной. Страшно, да? Так, а у него можно приобрести то, что я хотел? Сердца, сердца. Да. Приобрести. Я это и хотел. Что это за урод? Так, настоятельно требую почистить это от могил. Так-то лучше. Забери теперь это дерьмо с глаз моих. Вздох. Ой. Так, можешь скоробея уничтожить? А, хорошо. Давай. Я очень... Ты этого желаешь? Да. Так, тогда... Желай дальше. Хочу. Блюдок. Так. Вон, летит. Ой, что? Что это? Что это такое? Что это за... Что это... У меня одного текстура. Да, да. Просто. Стул. Бутылка. Из самого государства. Я сейчас это надену. Все, я просто чернодырье мозга. Ты совсем хочешь уничтожить мой мир? Ты понимаешь, что он с тебя полностью ползает или головой только? А телом телепортируется. Поломано. Полностью. А у меня он поломан. Дай мне его сюда, я тебе покажу. А, подожди. Дай сюда. Где он? Я вообще... А ты убери своего этого жука для начала. У тебя места под сумонов нету. За тобой жук бегает, который... Голова или полностью? Я не вижу. Поломанность, да? Мне даже нравится это. А прикинь, у тебя он еще длинный такой. И у меня просто ломается сознание. Такой ад. Блюдского. Да, но немного некорректная работа, смотрю, да? Ну, не важно. Слушай, мне нравится этот червь. Может быть, ломаность. Он еще такой длинный, да? Да, поломанная. Ладно. В общем. Просто он единственный, кого... О, Анжелка. Привет. О, Анжелка пришла. Тварь. Чё у Анжелки? Плантера? Неважно, покупай. Но... Это не, это не с Плантера вообще. Это вообще не с Плантера как бы падает. Но и с неё тоже, но... Петал. Не... Оно нужно для крафта плантеры. Я тебе про это. А ты мне про другое. А... Я тебе все равно про это. Потому что ты
Засранец. Склонение чувствуешь? Как твой разум склоняется на мою сторону. Тьму? Да, и ты не можешь ничего ответить. Да. Так, я думаю, надо набрать силы. А, у меня перебор. Надо посмотреть, сколько жилых пространств осталось. Ну, знаешь, что я тебе скажу? Нужно построить зиккурат. Надо построить зиккурат. Ты знаешь, что это? Что это? Нужно построить зиккурат. Появлять мои уроды. Уродские. Здесь можно жить. Помнишь, мы хотели табличку на дом наш поставить? Здание можно построить только на проклятой земле. Понял тебя. У тебя другие мотивы. Эта земля не проклята? Знаешь, судя по тому, что мы тут вообще... Обитаем? Я думаю, проклята. Что же тут могилы везде? Это тебе... Ничего. Не говорит? Ой. Ой. Горю. Дождик. Да. Люблю дождик. Обожаю. Дихлофос. Натрия. Сульфат. Нитрат. Гексоцианогидрокарбонат. Ты там мешаешь. Да. Создаю себе зелье гравитации, чтобы ломать всю вселенную. Только полетом одновременно. Да, я это и хочу сделать. Уничтожить весь мир. Ой, как это... Ой, как оно... Что? Что оно такое? Почему оно так... Сана... Я не могу спуститься. Так, ладно, я вырублю данную функцию. Я ставлю только прыжок веры. А что ты говорил? Что я говорил? Не помню. Ты говорил? Что я... Ты умеешь говорить? Что я даун или да? Или нет? Подожди. Вспомнил, нам надо сейчас лететь к уроду, уничтожить его мир. Скелетрону? Да. Еще мы можем призвать одного урода сейчас. Готов это делать? Потому что я... О, ты. Ты чё? Это пародия на меня, что ли? Оп, оп. Вот это я мансую от него. Просто ничего оп, не делаю. Оп, 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 какой оп. Он бомс. Ой, он ж... Какой полезный. Он мусор. Бесполезный. А чё он такой живучий под конец? Что? Подожди. А, это его первая фаза. Ага. Что? What are you? Why are you doing this? Unless wait a second. Эх, конечно! You must be human, the Gunation told me about. Трансмиттер. Слушай, что происходит? Сдохни.
Подожди, тихо-тихо, сейчас будет страшно. Дело, это сделка. Я попробую пофиксить. Короче, нас обещают пока не уничтожать. О, какие вещи, что это? Элемент все, ой, только крафты какие, непонятно, сейчас горит голова просто, взорвется. Нам нужно вот эти вот. Fire, ту-ду-ду-ду-ду, fire, fire, ту-ду-ду, fire, fire. Don't move, stop the gap, fire, ту-ду-ду. Блядь, какое. Страшно. А, мы можем сделать какой-то Stone of Inspiration. Может трансформировать вещи в улучшенные части какие-то. Mm-hmm. Это можно нужно сделать, попробовать. Хорошо. Сейчас я пока все эти субстанции предлагаю выложить. Да. Да я просто ее отдельно поставлю. Какой-то сейф ботл выпал. У тебя тоже? Да. Сейчас. Ты коллекционируешь сердца, которые выпали с мутней? Угу. И потом используешь. А как использовать? О, фиг его знает. А погоди. Оно не надевается. А я ее случайно выложил сейчас. Я хотел бы, чтобы ты призвал тебя. Оно не в аксессуары не одевается, ни во что. Что, ни во что? Что, ни во что? Сейф ботл. Сплит, это сплит мод. Ну-ка, давай-ка сейчас ты призовешь плесня или кого-нибудь. Мы его сейчас быстренько тогда уничтожим. Обработаем? Ну да. Тут по сплит моду таких биндов нет. Ну ладно, давай сейчас попробуем. Давай-ка, призывай. Сейчас. Слайм. У нас как раз один есть. Ну-ка, собрал? Да, анимация есть. И восстанавливает. Кого? Как это работает? КП. Она сама по себе. Вот, видишь? Ты её просто в инвентаре держишь и все? Она сама по себе заполняется. Она... А у меня нихера не заполняет. Ну, у тебя, видимо, КП было неполное. Понял. Короче, принцип, как ты накапливаешь сердца. Да, о, этот челик появился, с которым мы говорили. Босс, типа, но не босс. The legend will never die. Да, неплохо. Пошли этот в космос. Я тыкву наберу. А зачем тебе? Ну, по приколу. Понял. Я их по приколу посадил, по приколу собираю. Чего они нужны? Не знаю. О, pumpkin pie. Вот это хорошая тема. А, мы сможем у этого мутня купить. Если я не ошибаюсь. Гениально. А я их выращивал. О, сейчас я куплю себе. Так, чтобы бесконечно сделать, мне нужно... Так. 30. Я пока... 300 тыкв надо? Да нихера. Ну ладно, сейчас. 20 minutes later. Все, я себе сделал. Тоже себе сделай там. Опа. Третий баф есть, отлично. А нихера с собой дефолтный топор нашел? Не знаю. Наверное, потому что у меня другого нет. Ладно, похрен.